Добрый день, меня зовут Ли Юля. Я преподаватель из школы Simple Français, которая находится на Чистых прудах. Я методист и фонетист. Наши курсы бесплатные, мы ждем всех желающих онлайн и офлайн. Наши курсы созданы для тех, кто уже учил французский язык. Это уровень А1+. Если это подростки, то это 2 или 3 года обучения. Это базовая грамматика, настоящее, прошлое и будущее время. Если это взрослые, то это первый уровень, где-то год не очень активного обучения. В этом году у нас целых 2 курса. Отдельное расписание для подростков и отдельное расписание для взрослых. Подростки занимаются каждую субботу до конца лета с 16:00 до 17:30. Взрослые занимаются по воскресеньям до конца лета с 16:00 до 18:00. Да, есть. У нас в этом году целых 2 курса. Первый создан исключительно для подростков 11-15 лет, второй для взрослых 16 лет и до бесконечности. Если ваш ребенок выглядит немного младше, принесите, пожалуйста, документ, который удостоверяет личность. У нас в этом году 2 регистрации. Первая на платформе, вторая на сайте Москино. Регистрация обязательна. Регистрация на каждое занятие на сайте Москино нужна для того, чтобы вы всегда были в курсе событий, если вдруг произойдут какие-то изменения или в расписании, или в месте проведения, например, из-за погоды, и для того, чтобы мы понимали, сколько людей придут на наши занятия. Если вы уже зарегистрированы у нас на платформе, регистрация не нужна. Новый тренинг парка появится у вас в списке всех тренингов, когда стартуют курсы. Для этих курсов мы создали 2 тренинга на платформе, чтобы вам было удобно и вы не терялись. За 3-4 дня до каждого занятия новый урок будет открываться. Если вы работаете немножко в другом ритме и попозже, то все уроки уже будут вам доступны. Доступ к тренингам будет открыт на весь летний период и закроется через неделю после последнего занятия. Если вы учитесь у нас в школе или на платформе, то этот курс будет вам доступен на все время обучения у нас. Очные занятия могут посетить до 200 человек. Регистрация не гарантирует вам место. Если вы хотите участвовать или занять, например, удобное место поближе ко мне, приходите заранее. Все занятия запланированы в кинотеатре Москино в парке Музеон. Это станция метро Парк культуры или Октябрьская, но возможны изменения в связи с погодой. Мы будем отправлять вам информационные письма и также публиковать эти изменения на странице мероприятия. Нам очень хочется работать с вами, и поэтому мы стараемся не отменять занятия. За все 4 года мы отменили только один раз, когда в Москве был ураган и парк был закрыт. Если на улице не погода, то мы не можем точно сказать, будет занятие или нет. Мы приходим и смотрим по ситуации. Бейджик с вашим именем. Уроки созданы для того, чтобы общаться и знакомиться. И всегда приятно, когда люди обращаются друг к другу по имени. Также нам будут нужны ручки, тетрадь и документ к уроку. Его вы можете распечатать или принести в электронном формате. Делать там ничего не надо. Так как мы занимаемся под открытым небом, нам нужно защитить себя от солнца. Принесите с собой какой-то головной убор и солнцезащитный крем. И не забудьте про воду. Домашняя работа есть. Это сделано для того, чтобы наше занятие, очное или онлайн, проходило максимально интересно, практично и эффективно. Все документы, видео, упражнения будут опубликованы за 3-4 дня до очного занятия. Если вы занимаетесь в своем ритме, все уроки будут доступны по мере выполнения вами заданий. Уроки автономны. Если вы не посетили предыдущие занятия, вы смело можете готовиться к новому уроку. Это будет новая лексика, новые ситуации.
Родители должны находиться неподалеку от места проведения мероприятия, от кинотеатра Москино, но на самом занятии мы хотим, чтобы подростки общались между собой в очень непринужденной обстановке. Все вопросы по курсу в кинотеатре Москино вы можете адресовать непосредственно на платформе в техподдержку. Менеджеры школы по телефону или по почте не смогут ответить на них, поскольку они занимаются консультированием по регулярным программам индивидуальных и групповых занятий. Жду вас на своих занятиях. Мы проведем с вами продуктивное и интересное лето. Мы заговорим с вами на французском, познакомимся с огромным количеством интересных людей. До встречи!